Добрый день. Мы представляем лот, шарфы, стоп, шарфы разные. Готовимся уже к осени, к зиме. Итак, посмотрите, вот эти вот шарфы очень интересные. Их можно использовать не просто как шарф, а, допустим, как палантин. Один размер здесь написан как палантин. Он вот такой вот круглый. Зашит, можно одеть его на шею, можно приспустить на плечи. То есть, допустим, даже летом это тонкий трикотаж, он вполне себе может иметь место быть. Далее, вот такой тоже большой шарф, которым можно закутаться. Он достаточно большой. Такой тоже, как будто бы двойная вязка здесь. Очень удобный. Итак, в составе не вижу я пока что здесь в составе. Ну, тоже смесивый здесь состав. Очень цвет красивый. Здесь вообще прямо уютный, практически как плед можно использовать. Также, даже лето, в принципе, на природе взять с собой. Вот такой вот есть шарф, тоже Marks & Spencer. Большой шарф. На природе закутаться где-то. Погулять вы пошли, взяли с собой. Посмотрите, вот какой большой. Это тоже можно использовать вообще, в принципе, как плед. Даже закутаться в него. И я думаю, вы уже не замерзнете. Вот такой вот плед. Очень красивый. Вот здесь, к сожалению, я увидела небольшую дырочку. Но, может быть, это просто потянутая петля. А нет, вот смотрите, дырочка. Этот лот я уберу. Вот этот. К сожалению, его придется снять. Не увидели. Легкий шарф такой. Очень легкий, летний. Допустим, дополнить свой туалет, когда вы идете, да? Одели легкую блузку, накинули шарфик. Вечером пошли, шарфик распустили. И, в принципе, уже можно даже курточку и не брать. Вот такой вот красивый. Посмотрите, двойной палантин. Шарф прямо. Тоже очень красиво. Далее, опять-таки же большой, вот мы с вами уже такой смотрели, очень интересно, акрил здесь в составе, я думаю, что здесь много где акрил, зеленый, очень красивый изумрудный цвет, прямо, тоже большой, также можно использовать, допустим, днем его можно намотать как аксессуар, а вечером уже он исполнит роль кофты, вот такой вот прямо, очень красивый, можно даже что-то накинуть, где-то на мебель накинуть для красоты, будет очень атмосферно. Это еще не все. Мы продолжаем. Сейчас, секундочку. Вот такие вот у нас есть снуды. Пригодятся зимой. Да, очень красивые такие снуды. Так, черные, зеленые. Очень много всего. Вот такой вот вязаный ажурный шарф с кисточками. Тоже здесь акрил в составе. Цвет очень модный, лавандовый цвет. Даже есть пончо. Вот такая вот интересная история. Одели пончо и не мерзнете. Очень красиво смотрится с джинсами. В кресле-качалке будет шикарно смотреться. Итак, дальше. Вот здесь уже более узкие шарфы идут. Они уже, конечно, ближе к зиме все-таки. То есть это такой прямо мужской шарф закутаться. Это такой спортивный, подростковый шарф уже идет. Шарф с помпончиками тоже будет красиво смотреться, потому что погода у нас непредсказуемая. У нас и летом может пойти снег, а вы должны быть уже готовы ко всему. Дальше у нас вот такие шарфики, тоже очень интересные, очень яркие. Это прямо молодежный шарф. Здесь уже шарф поспокойнее немножечко. Очень приятно, очень мягкий на ощупь. Далее, как флисовый такой шарф, прямо материал как флис. Веселый, разноцветный, поднять настроение. Дальше теплый снуд. И вот такой большой тоже снуд. Очень мягкий, очень нежный. Это еще не все. У нас есть еще снуды. Вот такая вот красота есть. Вот такая легкая красота есть. Тоже, кстати, летом можно его использовать, накинуть на плечи, в принципе. Теплый снуд, такого небесного цвета. Тоже очень приятно такой, прям, знаете, в руки приятно взять. Так, вот такой цвет есть. Посмотрите, здесь целый набор. Здесь есть снуд, перчатки.
перчатки и шапка. Так, это не перчатки, шапка и снуд. Очень удобно в наборе. Вот такая штучка на шею одевать, я так понимаю. Здесь резиночка, внизу резиночки как таковой нет. Очень мягкая. Одели на ручки, на шею, и в принципе очень тепло. Ну и летний шарф. Он очень тоненький, летний. Накинули как аксессуар. Очень красиво. Подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо!